В холодные ноябрьские дни 1920 года из крымских портов на 126 кораблях бывшего русского императорского флота в изгнание на чужбину отправились более 146 тысяч русских людей разных возрастов, сословий и состояний. Под угрозой неминуемой смерти в неизвестность уходили граждане еще недавно могучей Российской империи. Военные штатские, священники и сестры милосердия, мужчины и женщины, старики и дети. В большинстве это были образованные люди, соль земли русской, которым уже не осталось места на родине, охваченной революционным угаром. Начинался великий русский исход, эмиграция Белой России. Замысел возник еще, когда я был студентом. И мы все знали, что произошло с нашей страной. Мы знали о этой трагедии. Просто никто не решался какую-то тему эту поднять.